Друзья, ко мне обращаются многие люди. Сразу я вспоминаю такую шутку. Кто к тебе обращается? У тебя там один подписчик. У меня много подписчиков. Вот, и среди них, значит, есть и девушки. Вот одна из них мне вот написала такую вещь. Я, естественно, не буду говорить, кто она такая. Вы понимаете, по каким соображениям. Но, тем не менее. То есть, это не я придумал. Вот я читаю ее комментарий. И вот выдержки из этого комментария. Не хватает решительности. Ну, а где решительность взять? А решительность никто тебе со стороны не даст. Ты ее должен воспитывать сам в себе. Естественно, для этого есть специальные упражнения, специальные методики, когда человек должен окунуть себя в определенные такие серьезные ситуации, где он там с честью выходит, и все осознанно, и тогда у него будет получаться. То есть, одним словом, это не сказать, что вот решительность нужно, вот, надо делать вот так, и у тебя все будет в порядке. Это подготовка, это, естественно, работа над собой. И когда мы знаем, когда человек знает, как работать, у него все обязательно получится, он станет обязательно решительнее. Я мнительная, сентиментальная, доверчивая. Это даже очень хорошо, когда человек сентиментальный, мнительный, значит, у него есть душа. Это говорит о том, что он эмпатичный, что он может понять другого человека, встать на его место. Значит, этот человек способен к добрым поступкам. Это даже неплохо быть мнительным, поэтому все просто должно быть в меру. Имейте в виду, не все так плохо. Допустим, человек не может сказать человеку твердое «нет», когда стоило бы, допустим, поставить этого человека на место. Это умение выставлять свои границы. Это чистая психология, мы тоже этим занимаемся, поэтому можете приходить ко мне на тренинг 18 февраля, мы расскажем, как это все делается, чтобы вы знали, на что вы способны, и были хозяевами своей судьбы, и будет все нормально. Дальше. Не хватает веры в себя, поддержки своих родных и близких. Веры почему в себя не хватает? Потому что человек не знает, на что он способен. Когда человек знает свои возможности, у него и вера появляется. Нужно просто разобраться в себе. Мы поможем, как это делать. Пожалуйста, обращайтесь, все будет в порядке. И поддержка родных и близких. Ну, знаете, не все родные и близкие могут быть хорошими людьми. Тут нужно просто знать свое место и ниже своего не опускаться. Ну и выше не лезть. Это самое лучшее. Когда ты знаешь свое место, все в порядке будет. И никто тебе мешать не будет. И если ты выставишь свои границы, и родные, и близкие мешать не будут, а будут только помогать. Даже если я чего-то захочу добиться, мне сразу, допустим, перекрывают гайки. Вот написано такое. То есть пишет того, что, значит, ее близкий мужчина будет убеждать, говорит, что это все ерунда, там все такое, тебе не надо это делать. Есть другие, пусть это и делают. Это уже принцип стада. Потому что, а почему ты так делаешь? А потому что так делают все. Надо делать так, как ты хочешь. Надо быть хозяевом своих действий, своих путей и хозяевом своей жизни. Поэтому иногда, да и не иногда вообще, а всегда надо стараться быть хозяином своих мыслей и своих убеждений. По этому поводу мы тоже работаем. Поэтому выходы есть. Нужно только сделать свой главный первый шаг навстречу своей судьбе, и все будет правильно.